heaven on earth. Тем более он любит вас. Если он заботится о птицах небесных, то тем более он позаботится о вашем будущем. Даже во времена ковида оно в его руках. Бог говорит: «Я знаю свои намерения о вас». Это мысли о мире, а не о зле, чтобы дать вам будущее и надежду. Я приветствую сотни тысяч людей, которые смотрят нас сегодня, во-первых, в наших церквях CRC, в детских церквях. Возможно, в этом тоже есть нечто особенное. Я приветствую зрителей ТБН, One Gospel, Praise TV. Множество новых зрителей смотрят нас в интернете. Если у вас нет церкви, становитесь частью семьи CRC. Мы будем рады этому. Свяжитесь с нами, поговорите с нами. У нас есть церкви и домашние ячейки по всей ЮАР, и даже в Индии и Пакистане у нас есть пасторы там. Мы рады тем, кто смотрит нас сегодня в России, Израиле, Америке, Европе и по всей Африке. Добро пожаловать! Мы не забываем про Китай и Пакистан. Мы приветствуем вас на CRC онлайн, в Ютубе, на радиостанциях. Пусть все дышащее славит имя Господа. Посмотрите на того, кто сидит рядом с вами, и скажите ему: «Не переживай, у Бога есть совершенный план для вас, у Бога есть будущее для вас, у Бога есть чудесный завтрашний день». Если вы на балконе, то вы чуть ближе к Богу. Давайте прославим Его во имя Иисуса. А сейчас можете присаживаться, мы будем говорить о вашем будущем. Оно ярче вашего прошлого. Я говорю, ваше будущее ярче вашего прошлого. Меня не волнует, что говорят люди. Многие фокусируются на Антихристе. Они переживают о последних временах. Я не говорю о последних временах, потому что люди хотят перейти в режим выживания. Они хотят замотаться в кокон, ожидая возвращения Иисуса. CRC — это не про нас. Мы здесь для того, чтобы захватывать, планировать и жить. Иисус может вернуться в любой день, но мы должны планировать на поколение вперед. Аминь. Я в восторге от будущего. У нас была чудесная неделя. Мы встречались с религиозными лидерами, политиками, старшими офицерами полиции ЮАР. Мы благодарны Богу. Все выглядит хорошо. Мы продолжаем молиться. Мы продолжаем стучать. Вскоре мы снова будем все вместе, и дьявол не сможет мешать делам Иисуса Христа. Он сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Мы фокусируемся не на негативе, а на позитиве. Аминь. Если Иисус вернется, мы все равно исчезнем отсюда. Мы не будем бороться с Антихристом, прячась за деревьями и кустами. Мы также не будем участвовать в бесконечных дебатах, которые не приводят людей к Иисусу. У нас есть миссия и задание. Мы не позволим вакцине разделить церковь. Сначала было Black Lives Matter. Всегда есть что-то, что пытается разделить церковь Иисуса Христа. Следуйте за Духом Святым. Люди говорят: «Пастор, что вы говорите?» Я говорю: «Следуйте за Духом Святым». Аминь. Я не буду много говорить, потому что могу потерять наших зрителей. Давайте мы перейдем к Слову. Я хочу начать сегодня новый цикл о видении. Я назвал это послание «Призыв, видение и путешествие». Итак, призыв, видение и путешествие. Они все говорят о завтрашнем дне. Призыв — это не сидеть. Видение — не быть слепым. А путешествие — не разбивать лагерь во вчерашнем дне. Давайте посмотрим на отца веры. Библия говорит, что сыны Авраама — сыны веры. Давайте посмотрим на путь Авраама в контексте нашей жизни. Аминь. Вы в порядке? Вы довольны?
Вы рады, что Бог на вашей стороне? Что две трети ангелов все еще на вашей стороне? Что тех, кто за вас, больше тех, кто против вас? Что ваше имя записано в книге жизни Агнца? Что вам нечего бояться? Вас ждет чудесное завтра. Аминь. Как бы плохо все ни выглядело сегодня, Бог зовет вас в завтрашний день. И мы посмотрим Бытие 12 главу. Библия говорит: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Возможно, ваша земля — это не ваш город, но это ваше состояние в разуме. «От родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Не забывайте, что Авраам жил в месте, где поклонялись идолам. Мы еще поговорим об этом сегодня. «Я произведу от тебя великий народ». В первом же разговоре Бог говорит нечто удивительное. Он не говорит: «Я уменьшу тебя». Удивительно, сколько людей считают, что Бог сначала должен сломать, прежде чем построить. Они думают, что Бог должен смирить человека. Бог никого не смиряет и не ломает. Бог говорит: «Смирись, и я вознесу тебя». Бог говорит: «Потеряй себя, и тогда ты найдешь свою жизнь». Бог говорит: «Уменьшайся, чтобы Христос возрастал». Бог не ломает никого. Бог только созидает. И вот вам Евангелие от Матфея, 4 глава. «Когда он призвал учеников, то сказал им: „Следуйте за мною, и я сделаю вас“». Аминь, студенты, да? Не имеет значения, что происходит во время локдауна. Бог говорит: «Я сделаю тебя и сделаю твое будущее. Оно прекрасно». Он говорит: «Благословлю тебя». Благословлю. Это означает: «Я дам тебе силу для процветания и для успеха в жизни». Он не сказал: «Я прокляну тебя». Он сказал: «Авраам, следуй за мною». Люди говорят: «Меня не интересует Евангелие процветания». Меня тоже, но меня интересует Евангелие жизни с избытком. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Я не буду извиняться за то, что Бог сказал Аврааму: «Благословения Авраама мои, и возвеличу имя твое». Бог сделает ваше имя великим. Завистники станут еще больше завидовать. Но это не помешает Богу благословить ваш бизнес, дать вам прирост. CRC. Мы наполним стадионы. Будем делать для Бога еще больше, чем раньше. Этот локдаун не определяет нас. Он говорит: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя, дьявола, прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам. Путешествие началось. Каждое путешествие начинается с одного шага в верном направлении. Чтобы забраться на Эверест, нужно сделать первый шаг. Хотите выбраться из бедности? Сделайте первый шаг. Выбраться из депрессии? Сделайте первый шаг в верном направлении. Все в жизни начинается с одного шага. Вы пришли сегодня сюда благодаря одному шагу. Вам пришлось выбраться из кровати. Вам пришлось одеться, подойти к машине и приехать сюда. Любая перемена начинается с путешествия, с одного шага. Перемена не происходит, когда вы сидите. Сегодня в ЮАР стало слишком много любителей посидеть и покиснуть. Они ждут возвращения Иисуса. Он не призывал нас сидеть и играть в ждуна. Он призвал нас быть активными, иметь великие мечты, планировать великое будущее. Он призвал нас строить для будущих поколений. Мы будем строить больше зданий, больше приютов. Мы будем развивать наш бизнес. Вы построите больше торговых центров. Вы будете заняты, пока Иисус не вернется назад. Если я обращаюсь к вам, то подпрыгните со своего места и прославьте Господа во имя Иисуса. Итак, во-первых, Бог призвал Авраама. Во-вторых, сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Если вы хотите вступить в свое будущее, вам нужно пройти фазу отделения». Отделение от и ради. Он сказал: «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь». Он не говорил: «Посмотри, куда ты хочешь пойти». «Возведи очи твои из места,
на котором ты теперь. Видение найдет вас. Вам не нужно искать видение. Бог даст вам видение, когда вы находитесь в яме. Бог даст вам видение, когда вы на локдауне. Бог даст вам видение, когда вы в тюрьме, потому что видение — это ваше будущее. Бог говорит: «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и западу». Новая территория? Скажите, новая территория. Давид говорил: «Господи, расширь мою территорию». Скажите, новая территория. Давайте, бизнесмены, новая территория во имя Иисуса. Новая территория, новое начало, новые мечты, новое завтра. Посмотрите с того места, где вы теперь. Не посмотрите на свою могилу или посмотрите на пенсию. Вы можете представить себе, что раньше люди уходили на пенсию в 55? Представьте себе это. Это означает, что мы с вами уже должны были оказаться на пенсии. Но у меня такое чувство, что я только начал. Жизнь начинается в 75, и это правда. Он говорит: «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». ЮАР не превратится в руины, все изменится. У нас есть обетование о благословенном будущем. Это означает, что Бог либо обновит ANC, либо поднимет другую политическую партию, которая придет к власти и обеспечит будущее жителей ЮАР. Мы видим обетование для поколений. Бог говорит: «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам. Ничто не изменится, пока я не сдвинусь, и вы тоже. Вы должны двигаться. Вы должны принять решение быть активным. Никто не спасется, если никто не будет проповедовать Евангелие. Вы должны строить большие планы, мечтать масштабно, потому что это то, что Бог задумал для вас. Враг приходит, чтобы украсть. А что он крадет? Он крадет видение, ваше будущее. Бог призывает вас поднять глаза к небу и увидеть то будущее, которое он задумал для вас. Не бунты Натала или Гаутенга, негатив в новостях. У вас есть будущее в Аврааме. Оно запечатлено Христом. Возможно, у вас нет работы, но он Иегова Ирре. Мы пели об этом сегодня. Он Эл-Шадай. Его больше, чем достаточно. Он может сделать намного больше того, о чем мы просим или думаем, по силе, действующей в нас. Бог не мертв, Он жив. Христиане, это хорошее время, чтобы прославить Его во имя Иисуса. Бытие 15 глава. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении». Бог говорит, что старцы будут видеть сны, а юноши — видение. Аврааму было 75, но он увидел видение. «Я буду видеть видение до 75 лет, а потом у меня будет сон в 85. А затем я заберусь на величайшую гору в своей жизни. Это будет самый большой проект CRC. Я не говорю, что буду возглавлять все. Я говорю, что тогда мы сотворим величайшие дела. Это будет время величайшего поколения. Мы будем попирать ад. У нас будут церкви по всей Америке, Азии, Европе и Африке. Это обетование о благословениях для поколений. Нас не пугает квота в 50. Мы видим тысячи, десятки тысяч, миллионы людей, которые придут ко Христу в ближайшие годы. Бог дал нам обетование 7 миллионов. Смотрите, что будет в следующем году. Мы будем наполнять стадионы во славу Божию. Мы будем проповедовать Евангелие. Бог будет благословлять бизнес. Вы подниметесь на новый уровень. Итак, Бог приходит к нему в видении и говорит: «Не бойся». Страх лишит вас веры.
А для этого путешествия всегда нужна вера. Вера никогда не берет выходных. Когда Бог призывает вас к себе, Он дает вам видение о будущем, и вы должны посвятить себя путешествию. И это путешествие веры. Это путешествие, в котором нужно преодолевать препятствия или превращать их в возможности. Вы должны видеть возможности во всех трудностях. Вы не можете становиться узколобыми. Вы не можете позволить страху захватить ваше сердце, а сценарию времени определять ваше будущее. Бог говорит: не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать благую и совершенную волю Божью. Бог не изменил свой взгляд на ваше завтра. Не имеет значения, через что вы прошли, не имеет значения, какую ошибку вы совершили, не имеет значения, как низко вы упали. Это не меняет Божью любовь к вам и Его взгляд на вас, то будущее, что Бог задумал для вас. Есть одна вещь, в которой мы можем согласиться. Никто не может изменить прошлого, но каждый может встать и начать двигаться в верном направлении. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Бог говорит ему: «Не бойся, Авраам, я...» Аллилуйя, все, что нужно. Я Эль-Шадай, Иегова Ирре, Иегова Рафа, твой целитель. Я Иегова Нисси, твоя победа на поле битвы. Я Иегова Шалом, твой мир в трудностях. Я Господь, который рядом, я помощник в нужде. Я есмь сейчас. Не был или буду, а есть. Во времена вируса я твой избавитель, твоя крепость. Твой щит и защитник. Я прокладываю путь. Я Бог прорывов. Я поддерживаю тебя. Я Бог, который обеспечит тебя. Бог говорит: не бойся, Авраам, потому что я есмь. Хочу сказать христианам по всему миру: он все еще великий «Я есмь». Библия не называет его маленьким «Я есмь», а ковид великим «Я есмь». Бог великий «Я есмь», и он остается таким. Я хочу сказать вам, что гроб все еще пустой, а сила воскресения живет внутри вас. Обетование Божие все еще «Да» и «Аминь». Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То, что Бог начал в вас, он совершит во имя Иисуса Христа. И вы должны в это верить. Вы не можете быть нейтральными, не можете сидеть. Вы спутник. Это означает, что вы идете по жизни с Ним. Даже когда вы идете долиной смертной тени, вы не боитесь зла. А почему? Да потому что «Я есмь», аллилуйя. И этот «Я есмь» с вами, «Я есмь» с вами, «Я есмь» с вами. Я говорил с одной женщиной в зале. Я постоянно в зале. Она сказала мне: «Пастор, несколько месяцев назад мой муж потерял работу в ресторанном бизнесе. Он потерял все, но она жена веры». Она продолжала давать десятину, и я призываю всех, кто смотрит нас на ТБН, One Gospel и Praise TV, не переставайте давать десятину. Продолжайте давать десятину по местной церкви. Бог говорит, что откроет окна и зальет благословение. Поддерживайте связь с Домом Божьим. Будьте верны в десятинах и пожертвованиях. У нас нет пожертвований без вас. Она сказала: «Я продолжала давать десятину в самые трудные времена, потому что знала, что у меня завет». Я хочу сказать женщинам, иногда мужчины, находясь в битве, начинают колебаться в вере. Вот почему это партнерство. Аминь. Библия говорит, что когда один слаб, другой поддерживает его. Вы придаете мужу сил. Она взяла деньги, которые он дал ей на продукты, и дала десятину. Она верила Богу и молилась. Ее мужу сразу же предложили партнерство в ресторане, где он начал зарабатывать больше, чем раньше. На этой неделе она сказала: «Пастор, мы расширились, мы выкупили соседний ресторан. В то время как одни пытаются продавать, вы будете покупать. Богатство нечестивых откладывается для праведных. Вас ждут лучшие условия, лучшие сделки. Вы купили дом на 5 миллионов за 2 миллиона.
Вы купите бизнес на 100 миллионов за 20 миллионов. Я верю в это всем сердцем во имя Иисуса. Дух страха контролирует мир, но нами, христианами, управляет вера. Это величайшее время для возможностей. И когда мы откроем наши церкви, мы не сможем впустить всех. Мы достигли многих. Итак, Матфея, 18 глава. Слава Богу за то лучшее, что ждет вас во имя Иисуса. Поднимайтесь на ноги, если вы еще не сделали этого, и прославляйте Бога. А у Авраама был разговор с Богом. Он говорит Богу: «Послушай». Вспомните, как мы говорим с Богом. Мы все поступаем так же. «Да, послушай». А Бог говорит: «Я не буду слушать, но я потерял работу». Он говорит: «Но я есмь Авраам. Я сказал тебе это. Я есмь, но, Боже, мне плохо. Я есмь». Он сказал: «Послушай, но у меня нет ребенка», а Бог дал ему обетование. Он сказал: «У тебя родится ребенок от Сары». После задержки у Авраама обрывается терпение, и он начинает колебаться в вере, как Петр, который начал тонуть. Иисус сказал: «Почему у тебя нет веры?» Буквально Иисус сказал: «Почему твое путешествие веры оказалось таким коротким? Ты начал верить, а когда пришла буря, ты начал сомневаться в слове и обетованиях, ты начал торговаться». Обычно, когда люди начинают торговаться с Богом, они сбрасывают цену, а не поднимают. Они говорят: «Хорошо, Боже, я готов на меньшее, но я не меньше, я Эл-Шадай, меня больше, чем достаточно». Меня не просто достаточно, а больше, чем достаточно. Я ваше будущее. Я есмь. О чем мы говорим? Это призвание от Него. Он дает откровение и ясную картину о том, какой Бог. Он всемогущий Бог, вездесущий Бог, всесильный Бог. Он может превратить ваши камни преткновения в ступени. Он может открыть двери. Он может превратить вас из хвоста в главу. Он может сделать все, если ваши глаза будут сосредоточены на Иисусе. Взирайте на Иисуса, начинателя и свершителя нашей веры. Авраам был другом Бога. Мы знаем, что у Бога было много разговоров с Авраамом. У него были особые отношения с Богом. Его называют другом Божьим. Но он приходит к Богу и говорит: «Слушай, Боже, тут ковид, мой бизнес на спаде, я потерял деньги, моя собака больна, все плохо». Когда говоришь сегодня с людьми, то почти не слышишь ничего позитивного, ничегошеньки. Когда люди говорят о будущем, то говорят о новом мире. Мы уже являемся частью нового мира, но не того мира, который пытается насадить этот мир. Мы в этом мире, и хоть мы в этом мире, Бог будет присматривать за нами и заботиться о нас. Люди приходят и говорят: «Я не верю в процветание, потому что многие живут в бедности». А знаете ли вы, что даете обет бедности? Есть обет целибата, когда вы принимаете решение не вступать в брак, хоть Бог и говорит об обратном. Вы можете дать обет, сказать: «Я не буду вступать в брак, чтобы лучше служить Богу». Это клятва. Точно так же вы можете дать обет бедности. Иногда люди делают это, даже не осознавая того, что говорят. Мы не собираем деньги ради денег, мы собираем деньги, чтобы продвигать Божьи цели. Для чего? Чтобы продвигать царство. Сами по себе деньги не принесут вам счастья. Это может сделать лишь цель. Вот почему мы говорим о призыве, видении и путешествии. Призыв Авраама был от Бога: «Следуй за мною». «Я благословлю тебя, сделаю твое имя великим». И в этом была цель. Ты будешь благословением. Вот жизнь с целью. Вы живете, будучи связанным с целью Божьего Царства. Вопрос не только в том, что Бог призывает нас к благословениям, богатствам. Да, Бог желает благословить вас, но у благословений есть цель. Эта цель — продвигать Божье Царство. Итак, у Авраама был разговор. Иногда мы не озвучиваем это, но эти мысли есть у нас в голове. «Мне 25 лет, а у меня все еще нет парня.
«Ты стара, мне 30 лет, а я не беременна». И что? Как насчет Сары, которой было 89 лет, а она все еще не была беременна? Она получила обетование в 65 лет. Бог сказал, у тебя будет ребенок. Но нет, Агари, твоя жена родит ребенка. Она засмеялась. Бог сказал Аврааму, «А, твоя жена засмеялась». «Нет, я не смеялась». Он сказал, «Нет, смеялась». Что это был за смех? Это не был смех радости, это был смех цинизма. Люди слушают проповедников, но их уровень веры настолько мал, что слово даже не проникает в их сердца или умы. Все потому, что в их умы забили эти парадигмы, что их разум отвергает Слово Божье. Так было и с Авраамом. Он сидел в своем шатре, он получил обетование Божие, его имущество выросло, Бог благословил его, но у него все еще нет сына. И он говорит Богу, смотри, он говорит Богу веры, который даже не учитывает материальное. Бог говорит, я не смотрю на тебя по плоти. А он говорит Богу, посмотри на мои обстоятельства. Но Бог даже не поддерживает такого разговора. Точно так же было, когда Гедеон сказал, «Я самый маленький, самый слабый». Бог сказал, «Нет, ты сильный муж брани. Ты пойдешь и спасешь Израиля. Ты избавитель. Я не вижу слабости в тебе, не вижу ошибок, не вижу ужасного прошлого. Все потому, что мои милости обновляются каждое утро. Я вижу великое будущее. Я смотрю на тебя через искупительные дела Иисуса Христа. Для меня ты праведный, освященный, омытый кровью Иисуса. Я вижу тебя с будущим и надеждой. Вот что Бог говорит во имя Иисуса». Он говорит, «Вот ты не дал мне потомство». А Бог отвечает, «Я есть». И он говорит Богу, «Боже, ты не такой». Наше представление о Боге в сердце критически важно для веры. Ведь пока мы не изменим наше представление о Боге, наше убеждение о Слове Божьем, мы не отправимся к тому, что Бог приготовил для нас. Бог говорит «Я есть». А он говорит «Боже, ты не дал мне ребенка». Так что он говорит «Боже, ты не такой». Что Бог говорит вам? Он говорит, я твой обеспечитель. А вы что говорите? У меня нет работы. Что такое вера? Вера — это не когда вы говорите, у меня нет работы. Вера — это когда вы отвергаете, что у вас нет работы, и фокусируетесь на Божьем обетовании. Вера — это когда вы говорите то, что говорит Бог. Вот почему Бог изменил имя Авраама на Авраама. Мы знаем, что Авраам — это отец многих народов. Римлянам 4 глава говорит, что Бог называет несуществующее как существующее. Авраам говорит, «Боже, у меня нет». Затем Бог меняет его имя. Он говорит, «Ты больше не будешь Авраамом, тебя будут звать Авраам, потому что я сделаю тебя отцом многих народов». Библия говорит, что мы благословлены всяким духовным благословением одесную. Так что же приводит к замыканию? Наше восприятие, наша парадигма, система убеждений о Боге, наш фокус. То, когда мы остаемся там, где Бог не говорил нам оставаться, как Гедеон, который держался чувства неполноценности, как Моисей, который 40 лет провел в пустыне из-за своей ошибки. Он убил египтянина и поспешил с волей Божьей, как Иона, который решил убежать от призыва Божьего, как Петр, который отрекся от Христа. Люди останавливают Бога, потому что сами решают, где им остановиться, в то время как Бог призывает двигаться вперед. Бог приходит к Аврааму. Он не хотел, чтобы Авраам останавливался где-то. Кем Бог хотел его видеть? Путешествие. Мы призваны к путешествию. Судьба — это не место, а путешествие. Помню, как мы построили первое здание в Леди Брани. Люди называли это местом назначения. И когда мы построили его, люди сказали, «Да, мы построили здание». Мне пришлось усердно работать над тем, чтобы поднять их. Я сказал им, «Нет, мы не будем сидеть и киснуть, мы будем двигаться». То же самое было в Блумфонтейне, когда мы начали строить там первое здание. Проект стал очень важен для людей. Никто не строил там таких зданий. И когда мы построили его, все решили успокоиться. Они думали, что мы достигли своего места назначения.
Но я сказал им, нет, это лишь рубеж, это лишь очередной шаг для Бога. Это не место назначения. То же самое бывает с бизнесменами. Люди теряют видение. Что они делают? Они создают бизнес, им становится комфортно, они покупают ферму в ЮАР, начинают ездить на охоту каждые выходные, все потому, что у них есть деньги. Но Бог призвал их преображаться от славы к славе. Бог призвал их продвигаться дальше, захватывать больше территории до самой смерти. А после них их дети должны захватить больше и больше. И когда мы начали делать это в Притории, люди в Блумфонтейне поняли, что судьба — это путешествие, а не место, не ситуация. Это постоянное путешествие, следование за Богом от славы к славе. Вы будете постоянно успешны лишь тогда, когда фокусируетесь на «Я есмь». «Я есмь». Бог призывает вас построить свое здание. «Я твой обеспечитель. Даже если у тебя нет денег, я твой обеспечитель. Когда Бог призывает вас начать новый бизнес, я твой источник мудрости. Я то, в чем ты нуждаешься. Я Эл-Шадай. Вы не живете от чуда к чуду. Вы отвечаете на призыв. Мой призыв прозвучал много лет назад. Я покаялся в 82-м году». Я 3 года был на миссии в Ботсване, а в 88-м я открыл первую маленькую церковь в Ледибране. Это было путешествие. Я не хотел ехать в маленький городок. Я знал, что Бог призвал меня проповедовать многим, но мой характер не был таким, как нужно. Мне нужно было пройти путь. Каким был мой путь? Мне пришлось пойти туда, куда я не хотел. Мне пришлось поехать в Ледибран. Каждый понедельник я впадал в отчаяние. Там у меня были личные битвы. Я думал, что трачу время напрасно. Я не хотел быть там. Я считал то место тюрьмой. Но это было мое путешествие. Моя тюрьма была местом подготовки. Многие упускают это. Один из пастырей сказал мне, что есть работа для младшего бухгалтера. Они разослали это предложение знакомым, но многие люди, не имеющие работы, начали воротить носами. Они отказывались из-за того, что зарплата недостаточно большая. Хотите сказать, что вы настолько привыкли к привилегиям, что не видите возможностей в малых шагах? И это даже не маленький шаг. С нуля большая сумма — это не для меня. Тогда ты будешь и дальше в таком состоянии во все дни жизни твоей. Нельзя презирать малые начала, мелочи, ведь именно маленькие шаги приводят к месту назначения. Авраам застрял в том месте. Я вижу, что многие также застряли во время этого вируса. Многие находятся там же, где и Авраам. Они застряли. Вирус замучил их. 18 месяцев. Они застряли в негативе. Иногда, консультируя людей, ты понимаешь, что видишь одно и то же на протяжении 10 лет. Что с тобой не так? Почему ты не можешь понять то, что я говорю тебе? Хватит быть таким. Тебе нужно не консультирование, а крепкое. Рука, которая вобьет в тебя немного здравого смысла. Это вырежьте, пожалуйста. Я вот про руки говорю. Библия говорит, чтобы мы ни на кого не возлагали руки внезапно. Как думаете, о чем это? Не бейте людей. Но иногда людям нужна не молитва, а пощечина, чтобы проснуться. Как ты не понимаешь, ты допускаешь ту же ошибку вновь и вновь. Она ворует у тебя будущее. Как ты не понимаешь? Ты сидишь в том же месте. Допускаешь те же самые ошибки, ругаешься, застреваешь, отстаешь, не идешь вперед. Это не дьявол мешает тебе, не экономика. Это все твои планы, расположение. Каким-то образом ты оправдываешь то, где находишься, как Авраам. «Смотри, Боже, я страдаю. Я прошел через развод. Смотри, Боже, я пережила насилие. Я плачу о детях, которые переживают насилие. Вот почему нам нужно, чтобы церкви открыли. Мы написали президенту.
Если не хотите, чтобы взрослые приходили в церковь, пустите к нам детей. Если они могут ходить в школу, то почему они не могут ходить в церковь? Привезите их в церковь, чтобы мы могли позаботиться хотя бы о детях. Если не хотите пускать взрослых, пустите детей, чтобы мы могли исцелить, восстановить и защитить их. Он говорит Богу: «Слушай, иногда мы не там, где хотим быть, потому что мы не смотрим так, как того хочет Бог. Мы не смотрим на «я есть». Мы смотрим на наше прошлое, ошибки, проблемы, на внешнее. А видение не может быть внешним». И тогда Бог говорит Аврааму, чтобы он вышел на улицу. Вот почему люди должны прийти в церковь. Вы должны выйти из своей среды. Вот почему, когда мы построили первое здание в Блумфонтейне, люди приезжали к нам на автобусах. Это было еще во времена апартеида. Меня критиковали за то, что я привожу бедных на автобусах. Они говорили: «Ты просто навозишь их». Сейчас многие из этих людей стали ключевыми членами церкви. Они юристы, доктора, адвокаты, учителя, политики. Но я понял, что если хочешь изменить кого-то, забери его из этой среды. Ты не поможешь им, если построишь какое-то здание и скажешь: «Так, сидите здесь, просто примите свою среду». Нет, выведите этого человека. Покажите ему нечто большее и лучшее. Вот почему нам нужны эти дети, бедные дети ЮАР. Нам нужно, чтобы они пришли и сказали: «Вот это да, только посмотри». Вы сможете обнять их, накормить их, одеть их. Мы вернем достоинство этим детям, и они станут великими лидерами. Вот что делает мир. Он лишает вас достоинства и уверенности. Только Бог может восстановить это. Мы должны понять важность церкви в мире. Глядя на статистику преступности, я сказал всем полицейским и даже комиссару, что преступность — это моральная проблема. Вы не решите эту проблему без церкви. Итак, Бог вывел Авраама на улицу и сказал: «Посмотри на небо, посмотри на свое будущее, подними свои глаза от того места, в котором ты находишься, подними глаза и посмотри вверх. Посмотри на Иисуса и посчитай звезды». Это процесс обновления. Мы говорили об этом. Вы должны фокусироваться на слове, чтобы ваши шаблоны мышления изменились, чтобы вы мыслили иначе, потому что мысли управляют вами. «Я могу или нет? Я такой или нет?» Он сказал ему: «И сосчитай звезды». А затем добавил: «Столько будет у тебя потомков». Библия говорит, Авраам поверил Господу. Что он сделал? Поверил. Он принял решение. Как бы плохо ни было, вы выберетесь, Бог перемещает вас, Бог отправит вас в путешествие. Я верю, что Бог желает вывести многих из вас из тьмы в свой чудесный свет. Бог желает вывести вас из греха к жизни праведности. Бог желает вывести вас из неудачи в победу. Бог желает вывести вас из стыда в достоинство, чтобы вы могли поднять голову. Бог желает вывести вас из ваших ошибок вместо чудес. Бог желает вывести вас из плача в радость. Бог хочет вывести вас из пепла в то чудесное место, которое Он приготовил для вас. Он говорит: «Я знаю свои намерения о вас, во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду». Вот Бог, которому мы служим. «Я есть». «Великий я есмь, я великий я есмь, я любовь, благодать, милость, доброта, и я победа. Я твой Бог». Величайшее призвание из всего этого, о котором мы поговорим на следующей неделе, Он призвал нас быть Его сыновьями и дочерями. Авраам был другом Божьим. Люди хотят быть как Авраам. Бог призывает вас к чему-то большему.
Бог дает вам усыновление и удочерение. Он призывает вас к близким отношениям. Когда Бог смотрит на вас, то смотрит, как на Иисуса. В послании Ефесянам 1 главе есть чудесный стих, над которым я размышлял на этой неделе. Библия говорит, что Бог любит нас так же, как Иисуса. Ну надо же! Бог любит нас так же, как Иисуса. Это говорит о принятии. Это означает, что прошлое не определяет вас. Вас определяет жертва Иисуса Христа. Библия говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я хочу, чтобы вы склонили головы и закрыли глаза». Вы говорите: «Пастор, я хочу приблизиться к Богу. Мне нужно новое начало с Иисусом». Так положите руку на сердце, прямо там, где вы сейчас. Вернитесь сегодня к Богу и скажите: «Иисус, я возвращаюсь к Тебе, я открываю свое сердце и принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты жив. Сегодня я отвечаю на Твой призыв и возвращаюсь к Тебе во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас».